Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня речь пойдет о сыре, но не о совсем обычном сыре. Люди моего поколения наверняка помнят дефицит, продуктовый дефицит, который сложился в СССР в 80-х годах. И вот как раз в то время моя бабушка, ну, в связи с тем, что сыр был в дефиците, готовила интересный твердый сыр. Готовила его без закваса, вообще без всякого оборудования, без ферментов. Просто делала это из творога. Мы недавно с Ларисой сидели, обсуждали эту тему. Оказалось, что и Ларисина мама также делала твердый сыр из творога. И вот мы сегодня решили проэкспериментировать, поделиться с вами рецептом, посмотреть вместе, что получится. Но в теории я изучил этот вопрос. По идее, у нас должен получиться сырный продукт, который не совсем далеко ушел от многих магазинных сыров дешевых, но при этом достаточно чистый с экологической точки зрения и достаточно приятный на вкус. Значит, расскажу вам, собственно говоря, сам процесс. Физику процесса не буду и в химию вдаваться долго. Будет происходить термокислотная коагуляция готового сыра. То есть фактически мы из готового творога, почему сырный продукт? Потому что фактически мы делаем сыр из сыра. То есть мы сварили творог, а теперь из этого творога будем делать именно твердый сыр. Кстати, и творог, и молоко для этого сыра можно использовать магазинное совершенно спокойно. Значит, нам понадобится литр молока, килограмм вот такого вот творога, это тот же сыр, просто мы его называем, по-моему, только в Украине называется, в Украине, в некоторых еще славянских странах называется творог именно. А так везде, я помню, даже в детстве вот эти вот упаковочки продавались внутри творог, а написано сыр. Вот, поэтому фактически это сыр. Понадобится 3 яйца, соль и сода. Количество всех ингредиентов вы найдете в описании видео. Соль мы взяли на килограмм творога чайную ложку, но не могу сейчас определить. Мы будем добавлять ее постепенно и пробовать. Кстати, вы тоже так сможете сделать, потому что каждый любит свою степень солености, скажем так. Поэтому соль будем добавлять по вкусу. Первое, что нам надо сделать, это закипятить молоко. Довести просто молоко до кипения. Я для наглядности буду делать это на маленькой плитке. Вот уже молоко разлили. Бывает такое. В общем, ждем, пока молоко закипит, и продолжим. После того, как молоко закипело, добавляем в него творожок. Мы его немного размяли. Сейчас все будет в молоке, конечно. И в творожке. Опять доводим до кипения, так как после того, как мы добавили творог, молоко остыло, естественно, изрядно. Творог-то холодный был. Разминаем вот так вот, доводим до кипения. И после закипания провариваем именно в кипящем молоке в течение 5 минут. В процессе варки молоко сразу же переходит в состояние сыворотки. Видите, оно сразу же стало и цвета сыворотки. Вот таким образом действует термокислотная коагуляция белка. Через 5 минут сырная масса полностью разварилась, и самое главное, пропала кислота, которая присутствует в твороге. Теперь снимаем все это дело с огня и отбрасываем через марлю, чтобы отделить такое импровизированное сырное зерно от сыворотки. Где эта штука выключается? Оставляем его стечь вначале над кастрюлькой, после этого свяжем концы марли и повесим над раковиной таким образом, чтобы стекла вся абсолютно сыворотка. На это потребуется, я думаю, времени где-то около часа. Интересный такой продукт. В общем, оставляем его стекать. Произошел трабл с камерой, поэтому расскажу то, что я снимал и не снял в прошлом кадре. После стекания сыра у нас получилось из килограмма творога вот такой вот кусочек, тут полкило сырной массы. Далее я подтопил масло из 3 яиц, взял одно целое яйцо и 2 желтка отделил, то есть белки отставил в сторону, а желтки отправляем сюда. Все это дело помещаем в миксер, добавляем соду. И половину соли. Половину, потому что я не уверен в количестве соли. Буду дальше пробовать по факту. Хорошенько взбиваем это дело.
Далее я соорудил простейшую водяную баню на плитке, большая кастрюлька с водичкой горячей, в меньшей кастрюльке буду плавить сыр. Отправляем сюда взбитую массу, полученную из соды, яиц, соли. В общем, все это сюда. И покрошу сюда нашу сырную массу. Покрошу, легко сказать. Она такая липкая. Очень такой плавленый сыр получается. То есть, вот видите, масса какая тягучая. Теперь все это начинаем варить, разминать и варить на водяной бане, постоянно перемешивая. Вот я думаю, после того, как я достигну... Лариса, дай мне вилочку, наверное, чтобы размять хорошо. Достигну однородной консистенции, проварю его еще минут 10. Но вначале надо хорошенько все размять, чтобы все перемешалось. А, вот есть, да, штука такая. Нет, эта штука не берет его. Но она под температурой расплавится. Ну да, сейчас он расплавится. Не делаю такого усилия, это все равно. Через 4-5 минут у нас вот так вот масса полностью перемешалась, но все же есть белое вкрапление. Приобрело, конечно, цвет сыра, но мне кажется, получится какой-то мраморный сыр. Теперь еще в течение, наверное, 10 минут вот так вот тщательно все перемешиваем. А пока мы перемешиваем сыр, подготовили форму, в которой мы его будем прессовать. Ну, мы взяли стандартную форму для сыра килограммовую. Конечно, ну, подойдет любая круглая посудинка нужного размера. Единственное, что, чтобы потом легче было извлекать сыр, мы застелили форму пищевой пленкой. Достаточно сложно было вымесить до однородной массы этот сыр. Такой он тугой-тугой получился. Вкус очень интересный, но об этом чуть позже. Давайте переложим теперь его в форму. Не так-то просто это сделать. Может, больше ложку? Перемещаем сыр в форму и разравниваем его, потому что он достаточно быстро затвердевает. А там еще ж есть? Угу. Ну, вот. Ой, я не знаю, как его ложкой разровнять, Ларис. Он реально прилипает. Ну, сейчас. Конечно, выход такой скудненький. Выгребай все и давай его просто присанем. Вот сними это с ложки. В общем, чтобы это дело красиво у нас разровнялось, сделаем вот такую вот манипуляцию. Чик. Ну, теперь должна получиться более-менее ровная головка. И отправляем его в холодильник на пару часов, чтобы он полностью застыл. А потом продегустируем. Ну, интересно, меня аж самого любопытство разбирает, что это получится такое. Ну, вкус вот этой массы прикольный, похож на сыр. Конечно, я не сторонник таких сыров. Все-таки, если мы хотим делать твердый сыр, лучше его делать по классическим оригинальным рецептам. Но если очень хочется сыра, но нету закваски, нету фермента, и не хочется возиться с созреванием, то, наверное, такая штука на быструю руку пойдет. Друзья, через 2 часа я его разрежу, попробуем сделать из него там бутерброд горячий и попробуем просто на вкус. Интересно, что получилось. Ну что ж, через 2 часа посмотрим на наш результат. Получилась у нас вот такая вот головочка сыра. Лариса, попрошу тебя, дай весы сразу же взвесим. Потому что я, конечно, ожидал, что получится, ну, не меньше, чем творога было. А получилось достаточно мало. Так, а ну-ка, что у нас тут получилось? 500 грамм. Ровно половина от веса творога. Ну что, друзья, давайте разрежем, посмотрим, что это за чудо. Конечно, структуры сырной ожидать здесь не приходится. Хочу нарезать тоненькими кусочками. Вот, и сейчас проведем эксперимент. Часть, ну такая интересная структура.
Я даже не знаю, на что он похож, такой мягкий, но он похож на магазинный российский, который очень-очень дешевый, который продается там, ну, дешевле молока за копейки. Проведем эксперимент, друзья. Я сейчас сделаю, я приготовил вот такую вот заготовку, горячий бутерброд. Я хочу посмотреть, как он плавится. Можно было, конечно, просто на хлебушке, но мне захотелось так уже, горячий бутерброд по всем канонам с колбаской. Помещаю два кусочка этого сыра и отправлю его в микроволновку. А пока он будет греться, Ларис, можешь поставить? Я покажу разрез, разрез вот этого вот близко. Ну вот смотрите, такой он очень интересный на разрезе получился. То есть похож на сыр. Как у нас принято сейчас говорить в новостях, там совершил предметом убийства, предметом похожим на пистолет. Так вот эта вот штука похожа на сыр. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получится из горячего бутерброда и попробуем, что это за чудо. Предъявляю, друзья, результаты эксперимента на горячем бутерброде. Это минуту он пролежал на половине нагрева. Сыр достаточно хорошо плавится. То есть для бутербродов, для пиццы, ну, конечно, для пиццы такой сыр использовать не нужно. Но если нет ничего, то можно. А для бутербродов самое то. Давайте посмотрим, что у нас получилось по вкусу. Ну что, друзья, попробуем наше чудо. Сливочный запах и сливочный же вкус. То есть он по консистенции, ну, по консистенции, как вы видели, он совершенно нормальный. Потому что я часто видел ролики в YouTube, там, где получается творожистая консистенция. То есть мы изучали этот вопрос. Этот такой, как недорогой сыр из магазина. Единственный нюанс, мы добавили половину чайной ложки соли. Помните, я говорил в начале видео, что взяли изначально чайную ложку, но добавили половину. Я не добавлял больше соли, но, наверное, надо 3/4 чайной ложки все-таки. Особых, конечно, каких-то от него нереальных вкусовых ощущений ждать не приходится. Но сыр достаточно ничего. Мне интересно, как он после... Ай-яй, какой горячий бутерброд. И на горячем бутерброде тоже вполне сносно. То есть, если под него еще майонезика, кетчупа. Но знаете, какая ситуация? Сыр нормальный. Но вот если обычный сыр, там хороший, качественный, выдержанный сыр, его, когда кушаешь чем-то, или с бутербродом, или с чем-то, не хочется ничего добавлять, каких-то усилителей вкуса, каких-то майонезов, горчиц, то тут такая вот как раз история, как с магазинным сыром. Хочется майонезика, кетчупа. А может, я просто горячему бутерброду. Хочется. В общем и целом, друзья, твердый сыр из творога у нас получился, поэтому рецепт можно использовать. Получился, на мой взгляд, достаточно сносный. Я думаю, что на этапе его вымешивания можно в него вмешать еще какую-нибудь зелень, какие-то травки, вмешать паприку или орешки. И будет такое быстрого приготовления молодой сыр. Можно перчика добавить, кстати, черного горошка. Ну, на самом деле тут можно добавлять все, что угодно. Реально делается, как вы видели, за час. Все готово. Ну, в общем, не могу сказать, что... Но это просто супер сыр, и меня за уши от него не отделешь. Но он нормальный, он имеет право на жизнь. Друзья. Если будут вопросы по приготовлению этого чудесного сыра, которым, так сказать, пользовались наши мамы и бабушки по принципу «голь на выдумке и хитра», задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой ответим. Ну и, конечно, просто приходите со своими комментариями. Я очень всегда рад общению с вами, и Лариса тоже. Мы по очереди отвечаем на комментарии, поэтому иногда там могут быть какие-то несостыковки. Ну и, наверное, видео, очень надеюсь, вернее, что видео было для вас полезным, и вы поставите палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. А на очереди у нас интересный сырок. Мы будем готовить сыр с быстрым сроком вызревания, 2 недели. Полутвердый ломтевой сыр по нашему с Ларисой, так сказать, ну, по нашему фирменному рецепту, который мы разработали сами. Надеюсь, вам понравится. Всего доброго, пока!